принят закон Московской области о том, что оплата наличными денежными средствами за оказанные услуги по перевозке в общественном транспорте отменена. И наша, в частности, администрация, да, в принципе, всех муниципалитетов, усилия сконцентрированы на единообразном исполнении принятого закона. Оплачиваем стрелкой, карточкой, картой, картами банковскими, где их купить, где пополнить ту же карту стрелкой или тройкой, это есть и на сайтах, и, допустим, на станциях МЦД. Ни в коем случае не переводим деньги водителям на какие-то странные номера телефонов, платим все по закону. Если отказываются исполнять закон водители, пожалуйста, мы всегда готовы выслушать, выйти на место, пригласить на встречу с недовольным гражданином руководство этого перевозчика. Готовы не каждый случай отдельно разбирать и доводить до ума, чтобы закон исполнялся единообразно на территории округа. Обсудили с жителями вообще состояние транспортного обеспечения, в частности, поселения Ильинского, деревня Позняково. Выслушали претензии. Со мной присутствовал замгендиректора перевозчика, обслуживающего данную территорию по муниципальному контракту. Выслушали, все принято, отработаем, доложим жителям. Также ряд претензий к межрегиональным маршрутам, но это уже мы будем работать с Министерством транспорта, нам всегда идут навстречу и отзываются. А вообще основная цель, как глава округа сказал, комфортное проживание на территории городского округа. Значит, будем улучшать транспортное обеспечение и предоставляемые перевозчиками услуги.